В рамках празднования 60-летнего юбилея Карагандинский индустриальный университет подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка. Ирина Владимировна сейчас вот провела несколько таких крупных мероприятий по обучению наших преподавателей основам современной цифровой, да, можно сказать, и новые там образовательные, инновационные образовательные технологии. Это начало такой большой работы. В этом центре будут проводиться и другие работы, направленные на развитие личностных, управленческих компетенций. И мы надеемся на тесное сотрудничество с нашими коллегами, друзьями Белорусского государственного педагогического университета. Спасибо большое. Спасибо большое. В рамках меморандума специалисты из Белоруссии подготовили для профессорско-преподавательского состава Карагандинского индустриального университета программу повышения квалификации по интенсивным образовательным технологиям. И это очень важно для преподавателей, поскольку в университете технического профиля развитие дидактических способностей преподавателей является одной из приоритетных задач, потому что часто мы можем говорить о том, что у него еще и хорошо владеет содержанием, которое преподает, но при этом современные методы, приемы, технологии, которые развиваются в педагогике, являются не совсем значимыми или мы не всегда ими владеем. Поэтому и программа повышения квалификации предназначена для того, чтобы повышать уровень своей профессиональной компетентности именно во владении методами и приемами организации образовательного процесса. Программа рассчитана на 72 часа. Обучение прошло в очно-дистанционном формате. 30 преподавателей университета получат свидетельство о повышении квалификации государственного образца. Кристина Кириченко, Андрей Майорко. Новости Темиртау.